В Брестской областной библиотеке имени Максима Горького состоится мероприятие, посвященное новым правилам приема в высшие учебные заведения Республики Беларусь, вступительная кампания 2023. В открытом диалоге приняли участие компетентные специалисты сферы образования, заместитель начальника управления, начальник отдела общего среднего и специального образования Главного управления по образованию Брестского облсполкома Татьяна Анатольевна Чанова и ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина Светлана Николаевна Ткач. Наша встреча, открытый диалог, посвящена теме, которая без преувеличения волнует каждого белорусского выпускника общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, выпускников колледжей, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. И эта тема – вступительная кампания 2023. Брестская областная библиотека явилась инициатором и организатором проведения такого открытого диалога. Тема очень волнующая, тема очень актуальная, поскольку указом главы государства утверждена новая редакция правил приема лиц для получения общего, высшего и специального образования. Пока мы делаем одну встречу на базе средней школы номер 3 и номер 7. На нашей встрече участвуют выпускники средней школы номер 3 и 7 и выпускники колледжа бизнеса и колледжа транспорта и сервиса. Такие встречи мы проводим регулярно. В этом году было проведено областное родительское собрание с возможностью онлайн-подключения и участия родителей разных учреждений образования, учащихся разных учреждений образования всей области. Формула поступления нынешнего года, на первый взгляд, выглядит проще. 2 централизованных экзамена, еще одно дополнительное испытание в форме ЦТ и средний балл аттестата. Получается, что экзаменов стало меньше, а у выпускников появилось еще и право выбора. Благодаря таким изменениям подготовка выпускников будет идти целенаправленно по 3 необходимым для поступления учебным предметам. Тема вступительной кампании очень важна, потому что сейчас присутствует неясность. В будущем хочется поподробнее узнать, что нас ожидает. Я буду сдавать русский язык и математику. Я планирую поступать на компьютерные разработки, IT. Тема вступительной кампании на данный момент, наверное, самая важная тема для абитуриентов, потому что практически ничего не известно и нету точной информации, поэтому хочется знать все-таки все подробнее, все точно. Буду поступать в Минский государственный лингвистический университет на английскую филологию и сдавать, соответственно, английский, русский и историю Беларуси. Удобно в плане того, что отменили именно предметы, математика, то, что мы сдавали сами экзамены. Но не скажу то, что сильно удобно то, что мы их сдаем в мае, так как меньше времени подготовиться все-таки. Есть страх, потому что все время была как-то какая-то закономерность, по которой шел годами, и здесь просто все меняется и как-то непонятно. На сегодня уже известны даты проведения централизованных экзаменов. Русский или белорусский язык выпускники будут сдавать 14 мая, а 21 мая пройдет централизованный экзамен по другим учебным предметам, которые выберут учащиеся. Что касается поступления, то в региональные вузы без экзаменов смогут попасть победители областных и республиканских предметных олимпиад, занявшие первое, второе и третье места.